Этого мужчину подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр в Москве. Собрать веские доказательства его вины и вины его подельника полицейским не удавалось. Пока стражи порядка с обысками не нагрянули к ним домой. На рабочих компьютерах бизнесменов оперативники обнаружили электронные финансовые документы и поддельные печати. Посетили полицейские и склад с однорукими бандитами. В ходе следственных мероприятий также было изъято 8 единиц игрового оборудования, денежные средства в размере 2,5 миллиона рублей, а также черная бухгалтерская отчетность, свидетельствующая о противоправной деятельности заведения. Азартное заведение, владельцами которого являлись подозреваемые уроженцы Азербайджана, работало под вывеской «Спортбар» в здании гостиницы «Метрострой». Это на Коровинском шоссе. Из игрового зала сотрудники полиции изъяли около 30 аппаратов. Терминалы своим хозяевам приносили солидный доход – 3,5 миллиона ежемесячно.